Доброе утро, дорогие друзья. Знаете, я вот только приехал сейчас полчаса назад, на севере был, где еще раз убедился в одной очень важной вещи. Ракеты падают, кругом какие-то происходят невзгоды. Люди должны понять, что это мир так устроен. Это мир устроен так, что вот, знаете, Бог дает написанную энергию одинаковую для всех, для каждого человека, для каждой страны. Вот дает общая такая энергия. Мы эту энергию трансформируем потом. Кто в добро, кто в зло, в зависимости от человека. То есть суть мира не в том, чтобы там где-то добавить материальное, а в том, чтобы очистить его, чтобы мы могли вот эту энергию через себя пропуская делать мир чище. А у нас что происходит? Человеку надо определиться одну простую вещь. Вот нельзя, когда пришел пророк и сказал людям, выберите уже, выберите вы или за Бога, или за Бааля, это один день туда, один туда, так не бывает. Надо определиться, если Бог, это одна жизнь, если нету, другая, не дай Бог. То есть, понимаете, мы потом придем к какому-то результату в конце, через 120 лет, и нам скажут, ну ты же все видел, человеку посылаются знаки с утра до вечера. Знаете, расскажу какую-нибудь очень интересную историю про знаки. Человек должен всматриваться в свою жизнь. Был один бизнесмен, он начал там работу с Израилем, он начал работу в Англии, это было много лет назад. Проблема была с визой, его направили к местному раввину, он неверующий, конечно, человек, как всегда. Он пришел к нему, что-то ругался с раввином, начал вместо того, чтобы договариваться, ругался, что ваша Тора, тот начал, он взял и записал так еще на телефон, когда раввин ему кричал, спасение только от Торы, вы не... Ну и вот все, разошлись, не разбежались, получил он визу, работает. На большой скорости как-то в один из дней ехал, на поворот не вписался, перевернулась машина, упала, его зажало полностью камнями. Он лежит, не знает, что делать, руки зажаты, все. И там такое место не сильно ездит. И он носом увидел свой телефон, носом дотянулся только до своего телефона, ткнул его телефон носом, и вдруг там начало вот это... только Тора спасения, только Тора спасения. Начало повторяться. И он, все, больше ничего, он потерял сознание. Очнулся он в больнице. Ничего не понимает. Ему сказали, это Бразилия, это он в Бразилию, я забыл добавить, что он поехал в Бразилию, это вообще неизвестно где. Его ехала группа, вдумайтесь, в израильских велосипедистов в Бразилии. Они едут по пустынной местности, вдруг слышат из там пропасти, там такая голос, все спасение в Торе, но они остановились, с ума сошли, нашли его, вытащили и так далее. Он, кстати, достаточно верующий человек все стал. Вот, понимаете, читать знаки – это наша задача. Надо вслушиваться, что с тобой происходит. Не бывает случайностей. В этом мире все для тебя. Человек должен посмотреть, вот это произошло, почему, зачем, чему это должно меня научить. Расскажу еще одну историю, раз такое дело. Я ее рассказывал, но она настолько подходит под нашу сегодняшнюю тему. Один раввин ехал в такси, и вот таксист говорит, Рэбе, я вам сейчас должен рассказать, без кипы такой простой. Вот я жил в армии, вдруг одному солдату, который со мной был рядом в палатке, заползла огромная черная змея. Но это такая змея, говорит, если укусит, уже все. Вот она обвелась вокруг него, прямо к шее. Мы все в ужасе стоим. Она поднялась к нему. Так, и он начинает, его смотрит, понимает, что начинает читать Шма Израиль. Он говорит, Рэбе, я сам видел, змея раскрутилась и уползла. Мой друг стал после этого верующим человеком. Рэбе посмотрел на него, говорит, да, это чудо, а ты? Он говорит, а я тут при чем? Не меня же, не по мне же змея ползала. Понимаете, как все это интересно устроено? Мы даже видим то, что кажется для нас, и считаем, что это для кого-то. Если написано, что если ты вышел на улицу, кого-то встретил, кого-то знакомого, который... это не просто так. Что-то случилось, кто-то тебе позвонил, уволили с работы, не просто так, повышение, не просто так. Что-то, ничего просто так не бывает. Мир не тратит энергию просто так. Все для чего-то. Поэтому надо всмотреться в мир, посмотреть, что с нами со всеми происходит. И дать себе, вот сесть один на один с собой, и дать себе один-единственный ответ. Если у мира есть хозяин, если все не случайно, надо сесть подумать, что я должен сделать. Если все случайно, давайте на эту тему не разговаривать. Вот когда человек вдумается в это все, когда он примет для себя какое-то решение, есть смысл идти дальше. А вот так вот просто болтаться, как это, в проруби, не получается. Вы видите, что с миром происходит. Браха вы от слаха. Всматривайтесь, пожалуйста. Вот сегодняшний день возьмите для интереса и всмотритесь в его, потом проанализируйте. Увидите очень много интересного. Браха вы от слаха.